По-весеннему теплый телепроект «Лучшая покупка» приветствует всех неравнодушных к шопингу. Каждую неделю мы ищем счастливых шопоголиков, которые готовы презентовать свою покупку и получить за это ценный приз. Прямо сейчас смотрим ролик победителя прошлой недели, ну а сразу после отправляемся на поиски новых героев. Я по-модному одет, мелкорубчатый жилет, иностранное клеймо говорит за все само. Снято. Для того, чтобы найти победителя прошлой недели, мы хотели написать программу «Жди меня», но Константин нашел меня сам. Константин, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Скажите, пожалуйста, как вы умудрились указать не тот номер телефона? Ну, что-то, видать, переволновался, вот так и получилось. Хорошо, что мы все-таки нашлись. Скажите, пожалуйста, кто за вас голосовал, кто принес вам победу? Ну, у меня много знакомых, коллег, сослуживцев, которые болели за меня. Ну, как бы вот благодаря им, моим друзьям, так сказать, получилось. Я победу одержал. Ну что ж, именно голоса ваших друзей, коллег и близких принесли вам победу, и мы вас с этим поздравляем. И, конечно же, вручаем обещанный приз. Это не смартфон. Сегодня у нас сертификат в часовой салон. Держите, пользуйтесь на здоровье, покупайте часы. Большое спасибо. Давно хотел часы приобрести. Ну вот, придется теперь точно приобрести их. Приз предоставлен часовым салоном 3.15. Здесь действует распродажа. Скидки 30 и 50%. А также поступление новых коллекций часов. 3.15. Карнавал. Второй этаж.